Всех приветствую, кто зашел. Друзья, сегодня я готовлю лобио, фасоль. Это грузинское блюдо, которое здесь у нас все очень любят. И мы тоже часто готовим. Что я беру для нашего блюда? Значит, фасоль, лук, чеснок, лавровый лист, острый перец из зелени кинза. Немножко я еще добавила петрушку, соль, подсолнечное масло, сухая кинза, уцхо сунели, и я еще добавлю томатную пасту. Не все ее используют, но сегодня я хочу ее добавить. Алобио, друзья, фасоль я замочила на ночь. Не всегда, правда, так делаю. Иногда бывает, что часа на 2-3 хватает, а иногда вообще не замачиваю, потому что если другой сорт есть такой, который быстро варится, так что не обязательно, не приходится это делать. Сейчас еще раз промою и поставлю, пусть варится. Вот, друзья, уже все, лобио готово. Даже некоторые разварились. Вот что значит замочить на ночь. Довольно-таки быстро оно у меня сварилось. Сейчас что я буду делать? Я отключаю. Обычно можно потолочь его, но на этот раз я его оставлю более-менее целеньким. Итак, видите, что оно разварилось. Ну и буду делать зажарку. Нарезаем лук. Обжариваем, затем добавляю томатную пасту и будем отправлять в кастрюлю к нашей фасоли. Ну и добавляем все остальное. Обжаренный лук вместе с томатной пастой здесь, лавровый лист также, перец, уцхо сунели, сухая кинза, нам остался еще чеснок, соль и зелень кинзы и петрушки. У меня есть, друзья, видео, где я готовила фасоль и использовала там ступку. В этом рецепте я обхожусь без нее. Я просто мелко нарежу зелень и так добавлю. 2 минутки прокипит и можно отключать. Все, друзья, кушать подано. Можно приступать. Получилось очень вкусное лобио. И перца как раз нормально. Немножко я приборщила, но мне понравилось. Остренькая такая фасоль. Сейчас я еще на стол положу огурчики, лаваш, сыр и получится вот такое маленькое застолье. Так что нам приятного аппетита. А вам спасибо, что смотрите, заходите. Я вам всем очень рада. Ну а кто не подписался, подписывайтесь, друзья. И до новых встреч. Пока!